Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня будет производиться монтаж теплицы Легенда. Ширина теплицы составляет 4,9, длина 12 метров. Устанавливаться будет на бетон. Бетона будет крепиться брус 100 на 100. И сам каркас будет вставать уже на брус. Ну что, вот вторая часть монтажа у нас. Каркас мы собрали, брус тоже скрутили, занкерились к фундаменту. Осталось на каркасе прокрутить прогоны на крыше. Также будем сейчас делать стенку, обшивать поликарбонатом, прихватывать полик. Потом накинем сверху конек. Когда стенки обошьем, будем уже обшивать крышу. Ну что, вот и третья часть монтажа. Обшили мы стены поликарбонатом, установили форточки стеновые. Также два форточных блока на крыше. Обшили крышу. Доделали торцы. В одном торце у нас пластиковая дверь. В другом торце форточка для проветривания. На форточные блоки также были установлены термоприводы. Пожалуйста, на канал Уральскую усадьбу. Сегодня у нас производился монтаж теплицы Легенда. 4,9 ширина и 12 метров длиной. На этом торце у нас установлена пластиковая дверь. Торец по краям, были у него установлены облицовочные уголки. Поликарбонат использовался 4-миллиметровый. А каркас теплицы устанавливался на брус 100 на 100, а брус скрепился к бетонному основанию. С правой стороны установлены три стеновые форточки ручного проветривания. Левая сторона глухая. На крыше два форточных блока с термоприводами. На дальнем торце форточка для проветривания. Каркас изготовлен из профильной трубы 40 на 40 и 40 на 20. На этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые выпуски.